Он состоит из двух сеансов. И это первый мы отключаем, убираем, а второй мы воссоединяем, восстанавливаем, воссоздаем. И плюс в конце там есть ключ Соломона. Он ставится сверху, потом снизу. И как раз ставится защита на этот ключ Соломона. И человек живет своей жизнью, не позволяя управлять собой. Но если он привык, если он хочет, то он, конечно, может вернуться туда. Но вот это воссоединение, reconnection, позволяет вспомнить себя и, конечно, идти под своим целям. Как Эрик говорил, просто reconnection ставит человека на платформу, и человек как по эскалатору идет по своей дороге прямо вверх. А может быть, он зайти наверх за 5 минут, за месяц, может, за полгода. Это опять то, что у нас вот здесь и в голове. Все, что с нами происходит, это три важные точки. Сексуальный центр, сердечный центр и, конечно, наш мозг. Это осознанность. Так что Reconnection как раз сначала прорабатывает, очищает, а вторая система, как сеанс, это подключение к самому себе, к своей энергии, не к кому-либо. Абсолютно. И человек идет сам. Reconnection я не могу обучать, я не могу давать, потому что Эрик этому не обучает. Я только практик, но не учитель.